Загружаемся, короче. Боюсь, придется персонажей исправлять. Почему? Можно ее сагрить, она убьет всех и все. Да? Попробуйте. Да, сейчас так и сделаем. Только надо, чтобы кто-нибудь довел, а то только что сагрили, она убила и не дошла. Одного вот сложила, который так стоял. Так, сейчас надо, чтобы все зашли. Кто там? Этот крикер, заходи, мордонец. Крикер, загружаешься? Где он там? Мордонец, ты тут? Может, отошел? Там челы в глыбах стоят, на глыб нету. Сейчас будет все, блядь. Сейчас запустим босса, блядь, будет. Это... Ну, надеюсь... Это, отойдите там, это... Должна сывейдиться босс. А где босс-то, блядь? А, мне кажется, это сервак зовут. Все. Нет, ты ж бегаешь. Нет, сервак живой. Ну, так а где босс? Хули он запускается? Минус Синдра, нахуй. Ну, в ЛФГ щит бунта спамят. Как бы... Нормально все. Ну и чё, тоже спамить будем? Так а где босс? Чё он не запускается-то, блядь? Да, а все. Последняя попытка была. Он летит. Вот кайф там или нет? Летит. Сейчас. Блядь, она просто на тебя не реагировала. Вы что, уже запустили? Ну-ка, а если я от нее побегать попробую? Сука, не догоняй меня, мразь. Блядь, она все равно догоняет, смотри. Хуярит меня. О. Эй, блядь, меня убей! Так вы в склепах, она на вас не будет агриться. А если вас засумонить? Просто снимите склепы как добав. Хорош. Да, правой кнопкой. Да блин, подведи их лицом к этому, пусть их задует. Просто. Да не задует их. С дебафом склепа никого не убьет, блядь. Она не убивает, ну, там невосприимчивость. Невосприимчивость. Бабл, если да. А где шкаф ставили же вроде? Массовое рассеивание прессы там, не знаю, к станете. Ага, блядь, было бы все так просто, блин. Вместо того, чтобы дамажить, мы бы их рассеивали. Сука, ебаный сервер, говно ебаный. Что да, я говорю, вот, исправлять персонажа придется. Точно исправлять? У них маска же будет, нахуй. Кто там с глыбами? Ну, да, куда нам деваться? Выбора нет. Попробуйте еще раз диван. Подожди, давай. А кикните их сразу. Давай кикнем для начала. Где-то. Заебись. Идите нахуй. А хули меня ты? Бля. Сейчас через минуту выкинет. Если, короче, там тоже глыба будет этот баф, то надо будет исправление делать. Народ, а почему просто не запустить Синдру и убежать в комнату? Да уже запускали, блядь. Попытка была, не помогло. Сейчас их выкинет, скажите, там есть дебаф на вас, нет? Че вы там делаете? Нассать. Только это, не спускайтесь вниз, кто там спустился, блядь. Не запусти босса, блядь. Сейчас босса запустишь, сочный, блядь. Уйди оттуда. Танку источник. А, танку в этом, да? Топа сейчас, побежал. Сейчас их с инста выкинет. Че, блядь, там минута прошла, нет? Кто там на пауке? Топа. Топа, уйди оттуда, блядь. Запустите босса опять, блядь. А через сумон пытались? Сейчас попытаемся. Кто-то там кого-то уже выкинул. Кто там первый был? Ну, Рикирус выкинь, пойди. Так, выкинул, нормально. И бафа нету этого босса, ну, да? Нету, все ок. Всё, ну отлично. Так, они же не в рейде, с чего бы. Выкинь навсегда. Угу. Все, суммонит. А. Видите, как заебись. Ебай. Ты там у входа пинаешь? Сумоньте. Так. Минус танку. Кто-то разъебал его, блин. А как это бабл? А где у тебя труп там? Ты реснишься хоть? Бабл есть? Побежать. А как же глыбу танку? Лазерная принимай, сумон. Танку что у тебя? Пока не прошу. Не прошу.
Давай, лети там. Тебя убили? Убили? Возле инста, да? Лазерный, поднимай сумон, блядь. Не проходит сумон. А. А просто зайди и портал. Чё? Прошел сумон? Есть. Вот, заебись. Надо квест сдать, не забыть. Лорд Рибрат, блядь. Так он мертвый, нет? Танку. Он бежит к трупу своему. Тыкаем на сумму. Хрюк, ты где? Сумон есть тебе? Хрюк, танку был сумон? А вон прибежал. Все, фулбаф дебрю ставим. Сейчас поставлю. Она будет дамажить или нет? Не знаю. Нет, нет, не должна. Не должна, да? Ну да, мы уже пару раз запускали, не должна. Но... СС-ы там раскидывайте, на кого вы посчитаете нужным. Только не на одного человека. Пишите там, на кого кидаете. У меня Дон дает инфу. Угу. Ну ебать. ГЦ, блядь. Это значит, что меня ронять можешь, если мне СС дали? Это значит, это очень хочется. Тенденция. Мордонис, поешь рыбку? Я думаю, хилы там запомнили, там постарайтесь не уронить. 10 человек без рыбы. Жрите рыбу быстрее, чего вы, время, блядь, идет уже. Только Мордонис. Вайда баганый аддон. Да, у меня баганый. Сейчас надо захиливать хилы, смотрите. Ребут же был. Да нет, мы уже запускали несколько раз босса. А, забыл. Еще раз проверку даю. Рос. Все готовы. О, ебать. Короче, этот... 5 меток не буду ставить, знаете, как сказать. Короче, у меня это самое. Вот тут на треугольничке, вот где я сейчас стою, вот здесь будете ставить глыбы. О, мне забагалось. Это вторая фата. Как 5 меток ставить, вы помните, я думаю. Так что, блядь, нехуй. Да, блядь, нахуй вы ставите. Вот, сука, блядь. Когда люди начнут становиться людьми, блядь, скиллованными. Взяли и расставили метки. Ладно, хуй с ним. Это вы их криво поставили. Лучше бы не ставили. Да. О, хорош. Все, без этих меток разберетесь. Ничего тут такого нету, метки только мешают. Вот одна пускай будет и все. Притяжка, готовьтесь. Ближе вставайте, кто там хилы. Готовьтесь, прям ждите, вот, чтобы вы не сдохли. Вот сейчас притяжка. Беги, малышка, беги. Фридом. Два соска, ну че за хуйня? А, это ты стаки накопил. Освобожденную энергию на себе дебаф, посмотри в следующий раз. Метки ставим, друг с другом не бегайте. Пойдет. Блин. Вот это что за хуйня, нахуй? Разбить сразу. На лестнице глыбу. Справа падает. Хейки не лови. Сзади падает, перебежали. Керу среснешь два соску. Сочный, топа, блядь. А, топа в глыбе. Слева далеко. По глыбам больше. Эйкон, четвертая падает. Керус, два соску резнешь. По глыбам больше. Танка хилим. Прием, блядь. Быстрее, быстрее, быстрее. И босса, бля. Сервер? Да, опять сервер. Да. А, разлагал. Ебашим. Ебашим, ебашим. Не теряем надежду, блядь. Ну и слагами убьем, нахуй. Давайте, блядь. Это был пролаг просто. Притяжка будет скоро, готовьтесь. Отбегаем. Да,
Блять, я не понимаю, почему я падаю. Ты дурачок просто. Я тебе говорю, дебаф, посмотри, освобожденная магия, нахуй. Ты дебафы когда читаешь, мышку наведи, почитай. Читаю, конечно, я видел, что был дебаф. Ну так не дамаж, блять. Если дебаф на тебе. Там стаки стакают, через 5 секунд тебе урон наносят. Фридом. Короче, лежишь, короче, блять. Пиздец. Посмотри сейчас на людей, как они играют с дебафом с этим. Че за хуйня? А, вот. Блять, мне так молодцы. По центру падают. По глыбам дамаг. Справа близко. По глыбам дамаг, блять, дамаг. Третья падает слева, близко. Центральный и два левых склепа. Фуловые стоят, блять. Пол хп, больше пол хп. Четвертая падает глыбам, блять. Фул ДПС по глыбам. Вот сейчас лежишь и убивай людей, сейчас будет с освобожденкой. Убирай и смотри на них. Вот, я устала, хейки, смотри, что делают. Как играют. Выбери в таргет и смотри. На ИВБ освобожденка. На ИВБ, на Килая. Килая вообще по два стака взрывает. Ну если нет потребности лишней копейки. Убегаем. Третья взлетка сейчас, сука, таймер не запустил, блядь. Таймер без сис, еще у кого-то есть 10-минутный, который? 5 минут 25 секунд. Угу. Метки вниз. Друг с другом вместе не бегайте. Ага, хорошо. Справа падает. По глыбам сразу дамаг. Дотки. Керус, осторожно. Слева падает. Сместились, слева падает. Притон, лазерная, сука. Ну чё за хуйня? Слева падает опять так же. Это третья. И четвертая. Последняя падает. Справа далеко. Пул ДПС по склепам быстрее. Геру даем. За первой скинешь и будем меняться так, пока, да? Ну если скину. Ну если не скинешь, скажешь. Ничего страшного. Духи лох освобожден. Фаза секунда, готовимся. Так, фаза пошла. Метку звездочку. РДД уже ушли назад. 15 метров от звезды. Возле ступенек там. Метка, смотрим. Найт этот холипал. Сразу разбить его. Волной хилим танка. Сразу разбить. Скинул, сразу иди меня. Меняю. Следующую туда же и не бить. Отлично. Следующую звезду готовимся. Кто там? Лазерная звезду. Захотать его фул хп. И не бить. Не бить, будет притяжка. Второго танка хилим. Ага. Не бить. Захиливаемся, стаки скидываем. Кто скинул, дамажим. Ждем притяжку. Не притянись, кто там, блок. Телепортируйся. Ага, хорошо, все. Разбиваем следующую сразу звезду. Хурюк, ну чё за хуйня нахуй? Отходите, милики. Иди, скидывай. Сейчас смотри. Вот эти три глыбы, фул ДПС, весь рейд ДПСим. Ой, пиздец. Весь рейд три глыбы бьем быстрее. Все звездопады отдали. Глыбу в сторону. Лазерная, выйди. Лазерная. Сейчас весь рейд заморозится, блядь. Ложимся. Ты что? Расскажи про вторую фазу. Ты что, в глаза ебешься, лазерная, блядь. Метку несут в звезду. Какого хуя два человека там замораживаются? Лишние вот эти два склепа. Это ДПС, который в босса должен идти. Отбегите назад быстрее. На ступеньки быстрее отойдите. Камень души, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Масрез давайте.
по этой половине. В следующий раз мы срез по другой дадим, блядь. Рыбу жрем, ставим, бафаемся. Сейчас поставлю. Так, у Керуса только КД, хорошо. Хурюк, как ты сдох, блядь? Сейчас первую, вторую, первую фазу надо получше отыграть, побольше ДПС и босса дать. И на второй фазе все так же, только, блядь, люди с черепком на голове несут склеп в звездочку, блядь. От нее надо отойти. Вы забыли, блядь, на 12, на 15 метров, чтобы не заморозить второй, третий склеп. Нам это не надо, блядь, ребята, нахуй. Всех касается. Хилов, танков, миликов обязательно касается. Как только глыба встала, одна должна быть глыба, не 3, не 10, блядь. Ее подбивают, разбивают до следующей, блядь. За ней скидывают стаки рейд. И потом вы идете уже бить там босса, скидывать, бить глыбу. Вот этой хуеты не должно быть. Вы в памяти держите, что глыба замораживается, от нее надо, сука, отбежать. На человеке черепок, блядь, он встает в звезду. Соберитесь, блядь. А вот третью глыбу вынесли, ее влево вынесли, верно? Почему меня заморозило? Не знаю. Ну, даже если влево выносят, милики под боссом не остаются. Ну, тут не в миликах дело. Получается, мы сейчас танком поменялись, я иду стайки сбрасывать, и из меня заморозит. Маленький момент, проверьте, фласки масла у кого-то могут заканчиваться. Там на лазерной была глыба, он весь рейд заморозил, ты с ними заморозился. Не-не-не-не. Это, нет, когда три заморозил. Все, значит, ты был близко к звездочке, все. Не знаю. Нет, я не был близко. Да, и он не мог ставить звездочку, потому что мы еще ту не разбили. Я понял. Это... Поэтому он левее пошел. А, теперь я понял. Это самое. Так, поели все. Чек на пул. Смотрите, блять, я объяснил, вокруг глыбы 12 метров нельзя находиться. Пока в человека летит склеп. 7 секунд тут летит до него. Все готовы, иду запускать. Лазерное масло обнови, пожалуйста. Если нет, я поделюсь. Я не могу эту ДПС сразу даем, хороший. Пока есть возможность. Притяжка, готовьтесь там. Упал сер? Угу. Да. Угу. Я ебу, блядь. Чё, лёг, да? Сука, говно ебаный. Ебаный хостер, блядь. Чё у них там пишут в Дисе? Список изменений, блядь. Ну да, ГЦ, блядь. Сейчас что-нибудь напишет. Так. О. Что-то какую-то хуйню. А это то, что было уже, блядь. Ну да, это уже 2 недели, если не больше. Ну да, блядь, пиздец. У вас льда 10%, блядь. 35 друида. 55 магия света. Вару мало, блядь, 50% апнули. Идите опять так же 3 минутки. Что-нибудь там. Да, вылетишь. Там всем одинаково апнули, по факту. Ну, кроме ДК. Я это 1000 раз слышал. Меня это не интересует особо. Одинаково, не одинаково, там я на проценты смотрю. Ну ты говоришь, что палом 55 апнули. Ты знаешь, я тот человек, который понимает, что урон от магии света — это определенная часть урона паладина. Есть еще физурон. У вара это, допустим, полностью физурон. У друида полностью физурон. У ДКшника тоже там коэффициент определенный на ЛПшку идет. Определенный коэффициент идет под властью льда на руник. На физурон и на магические определенные коэффициенты идут. И на скиллы. Есть скиллы, которые, блядь, генерируют одно количество угрозы, еще в зависимости от того, что ты в мелизоне находишься, ты генерируешь больше угрозы, как заклинанием, то есть ледяным прикосновением. Это все понятно, что оно где-то как-то кто-то там что-то рассчитывал, нахуй. Ну, я не ебу, я не рассчитывал. Просто я думаю, вару надо больше апнуть. Вот я думаю, надо 50-60 апнуть ему. Друиду тоже. Бьерн вообще спокойно танчил с апнутыми Т-4-ми.
Ну, там ДПС у челиков 20к, вар держит с одним напулом хантовским. Да не, с одним напулом-то, в принципе, он и должен держать. Блять, я и до этого держал с одним напулом, без этих апов. Ну да, и до этого он держал, типа, а сейчас еще лучше. Просто, на 30%. Блядь, это же тоже зависит от, на кого ты бдилку дашь, блядь, как ты агронабор, какая ротация, у тебя прокнет, у тебя мощный удар щитом или нет, крит или не крит, блядь, сколько у тебя там чего статов, блядь. Все это влияет. Что у тебя там в талантах тоже вкачано? Да хуя чего влияет на это, на агронабор. Ну, ДКшник самый простой, ты стоишь, хуяришь, блядь, Т4 вообще, мне кажется, имба, вот сам по себе комплект Т4, просто имба, блядь. Руник, блядь, не нужно никакого условия для руника, он просто тебя по КД ебашит. БДК ДД, походу, по такому же принципу сделали, блядь. Ебанули, блядь. Хуярит руником и все. Хули самое простое. Вот вару также бы апнули, этот удар героя, блядь, и все, и пиздец, ноль проблем. Чем-нибудь удар героя, удар грома, там, дамаг бы увеличили, и пиздец. Все проблемы решены. А по сути сокрушение, конечно. Плохо бы апнуть. А кто-нибудь мне скажет, как в ШД спеке бить Синдрагосу? Не ебу вообще. Спекаться в комбата называется. Да? Окей. И то там череду не дашь, блядь. Да. Сейчас бы где-то в комбата спекаться. Да, пока люди научатся играть во всех этих спеках, блядь, нормальные цифры выдавать. Ну, шипешники меня порадовали. Че, Рос, у вас шипешники сколько дают сейчас? Ну, честно, я не знаю. У нас шипешников толком нету. Ну, дрыщи в десятке, там, 15-16 дает сейчас. У нас до этого 15-16 давали. 1-17. Ну, вот, сейчас. Нет, ну, это в десятке, говорю, а в 25-ке не знаю. Ну, вот я в 25-ке смотрю, 17 давали. А сейчас с апом, по-моему, блядь, или это уже после апа было? Блядь, не помню. Я, сука, своим давно не ходил. Надеюсь, на следующем КД попаду целкашку потестить новое Т4. Мне кажется, больше. Слышишь, а ты за ЖПшника шаришь? Только в Т5. А, Т5. Я вот думаю просто, у меня там вкачаны, короче, таланты, внутреннее сосредоточение, ну, которое манует, я в макро заебенил на гимн ХП, и два таланта еще вот этот, усиленное объятие вампира. Ну, другое это ничего не перекинешь. И, короче, два таланта в этот, снижение КД на взрыв разума. Я вот думаю, блядь, сильно сыграет роль, прям, если я еще полторы секунды уберу. Но это, блядь, с объятия убирать и внутреннее убирать. Перекидывать улучшенный взрыв разума. Вообще, я сейчас даже не знаю, как Т4 на ШП работает, поэтому ничего не могу сказать. Ну там, короче, смотри, раньше, когда ты давал урон этим взрывом разума, короче, по 12% от каждой дотки, то есть это 3 дотки, добавлялось дополнительного урона. То есть 36% от этого удара взрывом разума, оно еще дополнительной тычкой давалось. Вот. А сейчас, короче, за каждую дотку по 33%. То есть, считай, апнули в 3 раза почти. То есть теперь... Допустим, у меня ударит 12 тысяч этот взрыв разума, и он 12 тысяч сверху еще добавляет. То есть, считай, в два раза плюха увеличилась. Не на треть, это не на 30%, а на 100%. То есть, взрыв разума усилился. Вот в зависимости от этого надо отталкиваться. Вот, я и думаю. Взрыв разума, это здравая тема. Я бы его еще больше апнул, нахуй. Потому что нормальные шипешники его должны юзать. Это и монореген, блядь, это и этот... Ну, короче, охуенная тема. Сука, ебаный сервер. Ну, это, я вот думаю, мне не обидно что-то выкидывать таланты вот эти, которые... этот, улучшенное объятие и внутреннее сосредоточение. Не знаю, подамажу как есть. Мне кажется, ну, типа, сильно это не зароляет. Это объятия не зароляют? Нет, в взрыв разума, если ты я тоже так думаю, что не зароляет. Как бы я с другими шипешниками, ну, равно одетый, даже чуть хуже одетый, ну, больше и давал, чем они давали. Надо, короче, сходить в рейд, просто посмотреть. Ты на сурке в 4Т4 или в 4Т10 бьешь? 4Т4. Там же, типа,
ну, делится урон по этим, и не наносится основной урон по сорку. Да, наверное. С этого сплевка. Да, ну мне как-то похуй на эту хуйню. Похую. Сейчас Т4 сильнее, потому что вот этот, ну, по крайней мере, сейчас апнутая. И... Ну, я за одного босса, наверное, говорю. На сурке этот, Т10 у меня лежит, я давно им не бил. У меня они еще не апнутые, видишь, 51-е. Надо токены брать. Там пока все наберутся этих токенов, блядь. Как-нибудь наберу потом. Невозможно подключиться, говно, блядь. Ладно, кстати, у меня вопрос. Да, срез идет каждую неделю. Ну, ГП тоже. ИП и ГП, да, режется, да, или как? Ага, по 15%. Окей. А у тебя что рост сегодня, какой рейд? Сегодня, наверное, кара из Оломан. Статик? Или просто сбор? Да не, я просто не собираю. Ну, типа, бывает гильдейские собираю, но так. Лень что-то. Но у меня тогда сгорело, блядь, с Бьорна нахуй. Тебя еще, по-моему, тогда не было в онлайне. Не было. Я вернулся только уже в этом втором месяце. Что-то он меня подзаебал. Бьорн и ушел, короче. В Tomorrow Sunday. Да и он-то, видишь, тоже нахуй на офи на своем играет. Тоже челик такой, это, в небесах где-то. Да и Дон тоже, не помню, когда там было. Ну, то время, когда кару ходили, что-то в кару это перестали брать. Так, то вроде ходили вместе там по каким-то инстам, там, по ИВК. Потом что-то перестали брать в десятку, блядь. И все, я думаю, нахуй надо, ебать. Пошел своей дорогой, блядь. Ну, дальневосточная гильдия там, вот, где с 12 там до 4 играют. Тоже неплохо. Они... Что за гильда? Green Hill. Они первый рейд закрывают нормально, без проблем. Не, ну, в принципе, там бывают проблемы на профи. Когда у них, блядь, этот челика выбирает зеленый. И туда же и лужи нахуй летят, все в нем стоят, туда же и лужи хуярят, и пельмени туда же, и все летит нахуй, и все падают. И эта хуйня, блядь, сколько целка вышло, с каждой КД эту хуйню наблюдаю. Каждая КД, блядь, никак не могут сообразить, что не надо, блядь, кучей стоять. А так заебись, первый рейд закрывают на фул, РС-ку закрывают. Потом второй рейд стали они собирать, но второй рейд вроде на фул не закрывают. Ну это все кадры. Поднабрать. Не, мы сначала вводили два рейда. Мы вторым рейдом почти закрыли ЦЛК в актуале. 10 боссов закрыли и что-то там остановились, где-то не помню. Или на лане, или на синдре. Ну и что-то не было уже сил вводить два рейда и распустили второй, оставили один. За два дня флорт закрываем. Да, там черт, я сейчас, допустим, что? Грул магик и ВК. Это быстро. Мы еще ульду бегаем. Ну и дальше ЦЛК плюс Старес. Волонир кому-то собираете. Ты завтра будешь, Рос? Ну, так же примерно в это же время где-то. Ну, я понимаю, в какое время РТ. У меня на выходных проще попадать. Сейчас в будни я не так часто попадаю. Ну, короче, это во сколько приходишь завтра? Не знаю, не знаю. Ну, короче, если может, будешь... вовремя, может, вообще не буду. Ну, если будешь, зайдешь, если не будешь, не будешь. Что? Ну, да, да. Кого-то подобираем, может. Эй, блядь, ребуты ебаные, блядь. Трая нормально не дать. Чё там, блядь, не пускает на сервер? Нет еще. Пиздец. Я хуею, конечно, блядь.
Ну вообще так, навскидку, ну, рейд все убивает. Главное вот это вот, всю вот эту хуйню ошибки, вот эти мелкие не допускать, там, не сдыхать, танка не ронять, и все, блядь. На последней фазе очень легко играется все. Просто главное не паниковать, хуету не делать, она не зергается. Как, когда там, ну, 30-40 секунд остается до берсы, уже скажут вам, то есть, клыбу в сторону и фул в босса, и все. Добьется босс легко. ДПС в рейде есть. Но убить босса, это стопудово. Потому что я не первый раз вижу ДПС. Просто надо все хорошо сыграть. Пиздец, мы сейчас опять заходить будем, опять сетра будет допускаться. Я что, последний, что ли? Так, ну чё? Крикер, заходишь? И Керус. А Синдру запускали, нет? Она не будет стрелять, только что убил. Там они в Дискорде читаете новость, выкатили. Угу. Так, новость. Проблема на корневом маршрутизаторе. 30-40 минут, если все хорошо, или несколько часов, если через резервную машину придется восстанавливать. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Да. Короче, 30-40 минут точно будет так. Что еще раз кто там говорил, короче? Спускает? Спускает. До утра будет такая хрень. А, заходите, пока пускают. Ну, мы тут вроде. Керус и Мордани заходите. Просто когда они обычно говорят через 15 минут, это где-то через час. Умножай на 4, да? Ну да, где-то, как минимум. Дырку льдодосит в натуре. Так, Керус, где он там? А, вон зашел. Так, все тут, ну подбегайте сюда, ставьте рыбу. Так, рыба стоит, ешьте. Где рыба, я чуть не вижу. Карту продал. Ставлю. С обратно беру тот такил. Хавайте рыбу. И готовьтесь. Ты сон, пинга, ебай. Метки вы ставите нормальные. Опа, глазка, масло, пермешань, масло. Возможно, откатило. Так, поели вы? Даю проверку. Минутку. Килай готова, Керус. Так, все готовы, мне написала. Тогда иду запускать. Спускаемся вниз. Сейчас этого драя ебанем, блядь. Все четко делаем. Притяжкой готовьтесь.
Угу. Меточки вниз. Друг от друга рейндж. Молодцы. Кто там? Слева падает. Прячемся. Две глыбы в центре. РДД крайние подбиваем. Глыбы милики. Глыбы им вот эти. Ну это лишняя глыба, это кто-то, блядь. Это я подошла чуть ближе, чем надо. Смотрите осторожно. Третья падает по центру близко. По глыбам больше дамага. Я не знаю, что у вас с дамагом. Четвертая глыба. Больше дамага по глыбам играем. Прям фул ДПС. Все звездопады. Прожимки отдавать. Вы не справляетесь. Надо синдру бить, когда она села уже. Глыбы вон недобитые стоят. Быстрее центральный. Ну, уже босса должны были бить. 10 секунд проебали. 4, а 3 хила у нас больше. Угу. Да на этой фазе похуй. Оббегаем. Частицы, кстати, нет там мне, Вероника. Она есть на тебе. А, может забагалось что-то. А, вижу. Меточки. Друг с другом только не вставайте вместе. Угу. По центру. Глыбы подбиваем. Активнее. До 20% и стопы. Имя имен. Близко, справа от центральной. И четвертая, последняя падает. Близко слева. Во второй глыбе центральной. Угу, фулл ДПС по глыбам. Тяжко, готовимся. Отбегаем. Последняя взлетка. Меточки ставим. Спускайтесь вниз с метки. Вместе не бегайте, вдвоем не бегайте. Ну сдвиньтесь, ну. Сука. По центру падает. Вторая близко слева. По глыбам подбиваем. Крайнюю левую РДД дот не вижу на ней, нихуя. Фуловая стоит. Справа падает далеко. Это третья. И четвертая падает. Прямо в звездочки падает. Фулл ДПС по глыбам. Фулл ДПС быстрее. Под Гера уже синдром добить. Быстрее, быстрее, все по склепам. Геру даем. Смотрите, там два соска. Освобожденка, помнишь? Смотри внимательно за своей освобожденкой. Там стаки. Пошла фаза. 5 секунд глыба, готовимся. РДД уже за звезду туда к ступенькам. Милики, готовимся отбегать от звезды. 12 метров. И ВБ поставили, сразу будете разбивать. Так, танка хилим. Сразу разбиваем. Сразу скинешь, сразу меняй.
следующую туда же звезду. Милики, не забудьте. Вот, сейчас смотрим на кого. Вот, поменялись. Анименик вперед. Ринжу, милики. Вот видите, как далеко я оббегаю. Вот, отлично. Эту глыбу не бить. После притяжки поменяю. Притон, блять. Керу срез и притона. Сразу щиток, сразу фулбаф, сразу вставай. Притяжка будет. Вперед, неси. Не, неси, неси вперед. Защитуйте его. Все, притяжка. После притяжки эти глыбы разобьете. И эту левую бейте уже РДД. Я устал, блядь. Вперед, неси, милики, отошли. Отошли, отошли, милики. Ну вот, сдох. Забафать. Следующую звезду. Фулбаф давайте. Много настакал. Что-то у меня пролагало. Устало. Гем на ману читай. Я сакру прожал. Чтоб выжил. Угу. За этой глыбой скидывайте и потом разбивайте. Иду менять. Ага. Следующую звезду. Уже разбивайте быстрее глыбу. Следующую звезду. Кто там следующий? Керус звезду. Захотать фулбаф его. Притон лежит. Разбивайте сразу. Керус после этого иннер, да, потом похилом. Иди скидывай. Следующую звезду. Будет притяжка. Звезду не бить. В звезду и не бить, Киртал. В щиток по нему фулбаф. Танка захилить. Притяжка сейчас будет. Готовимся глыбу не бить. Отбегаем, кого притянуло там. Вот теперь разбить глыбу и следующую звезду несите. Фулл ДПС, весь рейд глыбу разбить быстрее. И следующую звезду несем. Звезду отошли, милики, быстрее. Все, иду. Дай не зыбку. А, сейчас я дам. Дал не зыбку. Я устал, гимн на ХП. Иду менять следующую звезду. Последняя в звезду и потом добиваем босса. Так. Эту разбивайте. Эту разбивайте, остальные в сторону и добиваем босса. Килая гим на ХП. Забрал. Только потом... хотела спросить, можно нет? Да-да-да. Да, конечно. Ты сейчас всех миликов заморозишь. Фулл ДПС. Заткнитесь. Все играем по склепам сейчас. Остальные в сторону. Все по склепам играем. Это милики, это наш ДПС. Иду менять. Остальные в сторону все. Весь рейд играет по склепам быстрее. Там не одна глыба. Там еще перед ней, перед Синдрой 3-4 глыбы стоят. И ВБ на ХП читай. Притяжка, отбегайте, милики. Еще минута до берсы, так что убьем. Разбейте людей, главное, чтобы они ДПСили. В сторону относи. Фулл ДПС. Фулл ДПС по боссу. Разбейте, чтобы не ДПСили. Все, кто в боку стоит, не бейте. 4 ляма. Фулл ДПС ебашим. Этот есть. Массакру, давай холипал. Милик, выбегай. Добивайте 2 ляма. Фулл ДПС. Баблы готовьте, паладин. Танку бабл нажми. Сочный, спокойствие. Друиды, спокойствие. Фейки отдаем. Короче, захиливаем. Лям остался, прям хуярьте изо всех сил. Так, все прожимки отдаю. Войско сейчас дам. Все, еле-еле. Это, теперь быстренько идем на лича. Выпала левая рука. Сейчас это все раскидаем. На лича идем. Защитника 2. Также по одному вам отдам, быстренько. Так, по одному отдаю, их 2 выпало. Так, на лича идем быстрее. Бежим, там шкаф ставим, на лича сумоним меня. Саранит. Килая, сочный роль. Так, килая. Молодцы. Вот видите, все вы можете. Рейд может все этот. И часы. Так, сочный закидываю. Побежали на Синдру. Ставьте там шкаф быстрее и бьем. Так, фрошмоты не забываем переодеть. До берсы убили, там больше около минуты было. Так, на лича быстрее бежим. Быстрее. Ну и РСК. РСК, наверное, на завтра останется. РСК и ВК.
Завтра будем бить. Валька. О, ну а сейчас, не бегите, сейчас она назад полетит. Вот эта ближняя сейчас назад полетит. Вот видите, сейчас она пролетит и побежим. Короче, если заагрили, помрите, просто мы саманем. Не, мы не заагрили, пробежали. Побежали. Кто не уверен, там лучше это не агрите. Смотрите внимательно на валик, потому что бой будет на инсте, блядь. Мы застрянем здесь. Все, тыкаем, сумоним всех. Кого сумон, так, плюс в чат. Так, мы примерно бить будем? Да, 10-12 минут. Быстро. У меня просто шмотки висят полчаса. А, ну нормально. Так. Так, пока бафайтесь. Ну ты этих шаркарей, как обычно, тот раз поддержишь. Так, диспелит. Кто у нас в прошлый раз диспелил? Килай, ты диспелил, а чему? Да, вроде я. Так, лич стоит здесь. РДД стоят здесь. Танк с шаркарями стоит здесь. Проверка, я буду запускать. Опроты перебиваем? На ваше усмотрение, мне вообще без разницы. Сейчас главное, слушайте команды, когда разбегаться, что делать. Так, что? Поесть многим надо, сейчас я рыбу поставлю. Ешьте. Притом заходишь, притом. Все убедились, вот кто сейчас все в рейде, Синдра несложный босс, ее не надо бояться. Просто все делайте, вот как вы сделали сейчас, все то, всегда так делайте. Смотрите за бафами, дебафами, отбегайте и пиздец, изи. Еще раз проверка и будем запускать. Кила и притон, притон. Все готовы, запускаю люча. Тут вообще все просто. Просто слушайте и все. На пулы, значит, смотрите, вот вас трое. Давайте так, Алкина первого духа, топа второго духа, лазерная третьего духа. Будет четвертый, там Алкина у тебя от КДшца, ебанешь четвертого на пул. Это на переходках. На... Лучше не надо, четвертый же на мне будет, получается. Да, 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 четвертого тогда не пульте. А вот эти три на Войда напуливайте. Там потом он стаунтит. Лазерный там okay. Пул 3 секунды. Все на Войда, вот на себя метку поставлю. Этот... Сейчас на себя какой-нибудь квадратик поставлю, блядь. Лича запомнить цель, смотрим, сколько у него хп процентов. Короче, внимательно все слушаем. Пять секунд, смотрим. Три, две, припод, поехали. Это, когда два шаркаря у тебя будет, мелких не забирай, запомнил? Вот шаркарь и один мелкий. Когда второй шаркарь будет, мелких не забираю. Мы их зауешим. Ну и чё? Килая, ИВБ, диспельте. Эйкон, Зубраджин, все диспельте. Этот, ну там КДБ. Да диспельного вроде. Я хуй знает, я в ахуе. Ну, это пиздец. 3 БР и КД. Лежи, отдыхай. Потом резни. Ладно, поотдыхаю. Керус, будешь его резать. Притон. Диспел. Стоим в рейде. А чё за хуйня? Стой, не диспель так быстро. Подожди, да, я не вынесу. Я устал, а выноси. Всё, сдиспелили все стаки, да? Ясно, нахуй. Вы что, дрочите, что ли, или чё, блядь? Где холод трона, блядь? Обратили свое внимание. Где холод трона, смотрим дебаф. Секунда, чума, блядь. Хурюк, выноси. Диспел. Обратно. Охуеть.
следующая чума, не знаю, будет, не успеет, не успеет. 12 секунд. 3%. Наверное, успеет. 6 секунд. 1%. Сейчас посмотрим. 0.5%. Полсекунды. Чума. Питал. На Киртале. Диспел его. Диспел его. На Рарнике. На край идем. На край. Меня диспел. Танка диспел. Ты резнул его, что ли? А куда он? Где он? А, вот забафайте его. Так, сферки играем, ханты. Это, я устала, играешь. И Локи помогайте. Фулбаф дай. Фулбафы дали по людям, по анименику. Каску, лапу, пристабав, всю хуйню. И третьего духа сейчас на пулю, потом перехватишь. Короче, на этого, на мордонца напуливайте сразу третьего. Сразу его забирай, короче. На мордонца сейчас пульте. Вот третий дух, забирай. Под мордой не бежать у этого духа, шар бить. Проведи немножко туда в бок, чтобы миленький под дух, под мордой не бежали. Захиливаем на фулл хп всех. Вот эту сферу убить быстрее. Сферу быстрее. На нее не бежать. Улетишь, блядь, за платформу. Духа добили. За спину лича встаем. Фулл ДПС полечу. Сейчас капитал. Где расставь или потом? Забирай. Угу. Фулл ДПС по валькам. Блять, у вас показывает осквернение? Ну-ка, осквернение, это, говорите таймеру, у меня мертвящий чума еще показывает. Разбежались, из подвалик ушли, все. В центре комнаты не находиться. РДД по валькам. Осквернение, вышли с него, быстрее выходите. Спите, блять. И вы погиб на ХП. Быстрее захилить. Вальку добиваем. Сейчас летим на сторону портала. Расположитесь на полукруг. От портала до глыбы. Ту сторону расположитесь. РДД уже вышли отсюда. Хилы вышли. Осквернение 10 секунд. Осквернение одновременно с вальками это будет. Вот теперь показывают. Вальки хватают. Под валик только не налейте осквернение. Вот вальки хватают. Смотрим глубже и потом идем уже валик бить. Так. Печеньки лок. Лока. Печеньку не бить. Ебать, ты бы. А как вы так нахуй далеко встаете, бля? Быстрее ромбик разбивайте. РДД пошли на трусы бить. РДД пошли на трусы. И с центра все уйдите сейчас. Сейчас будет сначала скринение, потом лужа. Ой, блядь, сначала лужа, а потом вальки. Быстрее разбили. И по лечу играем. Из центра вышли все. 5 секунд. Из центра выйдите. Осквернение оставляем и идем в центр. Все, в центр возвращаемся. В сторону кружка будем лететь. За спину лича становимся. Фулл ДПС по валькам, пока летят все вместе. Фулл ДПС по этим троим валькам. Уже разбить их прям за 10 секунд надо. Все, захиливаем заражение, ебашим. Быстрее. Ну по валькам, под... Блять, вы будете их бить или нет, нахуй? Треугольник вообще не бьете. Осквернения вышли из-под валик. С центра ушли все. Секунда осквернения. По центру сова бегает, блять. Русским языком говорю, блять. Вернулись к лечу, за спину встали. На локовский портал полетим в сторону кружка. Дайте Геру. ДПСти сильнее. Вальки схватят и сразу разбегаетесь. Будет оскорение через 5 секунд. Схватило 3 вальки. Разбегайтесь, милики, ушли. С центра все ушли. По бокам РДД бьем валик. Разливаем оскорение и подходим к валик, бьем. Отбегаем отсюда. Вот бьем валик. Подвожу лича. Ауешим всю эту парашу. Давайте, блядь, ничего сложного тут нету. Ебашим. Фулл ауе. Танка главное не уроните. Все, валик разбили. Так, сейчас будет пятая волна, вроде как одновременно также. Встаете по полукругу от портала до глыбы. В сторону треугольника вальки летят. Встаете по полукругу одновременно. Вальки с осквернением. Милики вышли с центра. Осквернение секунда. Вот, осквернение разлили. Теперь сбегаемся к лечу. Валик фулл ДПС. Что-то осквернение вперед было, я думал, вместе будет. Фулл ДПС по этим валькам. Все три вальки разбить. РДД кружок.
Милики две вот этих бьем. Веду сейчас ромбиком, а уешь. Ромбик добили быстрее. В треугольник переключились. РД кружок разбили. 3% фулл ДПС полечу после кружка. Кружок быстрее, РДД. Вот эту вторую треугольник разбиваем. Это хилы и наши дамагеры. Осквернение 2 секунды, от лича отошли. Можете в центр налить, и потом кличу на край идем к порталу. Осквернение оставил. Кличу идем все быстрее. 1%. Да, дашь не зыбко. И массакруху липал, дашь. Готовьтесь. 1% фулл ДПС полечу. 0.5%. 5 хилов, вашему вниманию, значит, да. На фазе, на последней, будет лич брать в комнату людей. Нужно будет их захилить успеть. Первого духа заберу, короче. И чередовать будем. Первый, второй. Первого и четвертого заберу. Керус и ВБ, да, я так я устала, да, гимна ману. Второго заберешь. Я первого и третьего, ты второго и четвертого. Так, забирай. Забирай. ДПСим. Набирай агро. Забирай. Угу. ДПСим. Этого духа убить. Прям максимально. Прожимки отдавать и похуй. Это сферы близко долетают. Сферы, сука, все сыграть. Я уе быстрее. Ну, сука, все РДД, блять. Вы что, сука? Ёбаный рот, блять, у меня чуть... Ребята, блять, я в ахуе. Убивайте сферы, они не должны так близко прилетать. Этого духа добили лоу хпшного. Последнего духа. Бьем сферу, бейте, на нее не бежать. Ну ты улетишь сейчас, сука. Пизда, блять. Прям в духа. Не улетел никто. Захиливаем, килаю. Килаю, ну сдохнет сейчас она, блять. Сука. Все, трон портал играем. Духа быстрее добили этого. И бежим уже к трону. Глыбе бежим. Осквернение 3 секунды. 7 секунд наебал. Возле трона не разлить осквернение. По бокам примерно. Можете разлить. Вот здесь, слева, справа. Секунда осквернения, вот. Все, ключу идем. За лича прячемся. Ебать. Захильте войда. Сука. Ебаный в рот. Хлопай этот. Блять, ты хлопаешь там? Ну чё это? Чё это за хуета, блять? Или вы так стоите, или что? Или я тупой, блять? Это. Да, духи прошли. Давай, Керусу. Духи прошли, какого хуя, блядь? Этот, на трон идем, осквернение 3 секунды. Блядь, я хуею нахуй, ребята. Бежим. РДД хилы уже должны здесь. Блядь, незыбка быстрее, сука. Незыбку отдал. Это вы не захилили жатву. А, это кила я не убила, я понял. Идите сюда. Ни хрена у меня не хилится. Забирай душ. Исповедью вообще не хилится. Забирай лича, прожимай фул прожимки, отдавай. Оскорнения вышли. Не стойте в оскорнении. Тебя убило или что? Я охуеваю, блять. Просто еще меня этот убил. Мас. Этот. Вставалка есть у кого-то пельмеш, встань, масрез, давай. Я понял, тебя убило. Пиздец. Хилишь духа зеленого. Килай, ты не была в комнате ни разу? Я была. Ну а что там? Но понимаешь, в десятке я пожизненно убивала, потому что у меня с исповедью какой-то баг, видимо. Тогда оно не хилится. Зеленого духа. У меня мисы. Зеленого. У меня два миса сейчас вылетело. Зеленый у меня не хилится только быстрым. Флешкой я его не прохилю. Исповедь у меня на него почему-то не работает. Пиздец. Ну я не знаю, блять, почему. Ну, мне знает. Только убивать, видимо. Нет, не убивать, там надо захиливать. Ты же ДЦ? Мне проще убить, я тебе честно говорю. Надо было не пытаться захилить, это мой проёб. Короче, нужно сбить каст духу. Ты сбивала каст? У меня два места вылетело, я не смогла сбить. Мне бы уже сбиваться, да? Или будем еще трай? Еще трай живем. Кто ушел в сред? Кто ушел в сред? Фейки сгорел. Фейки? Давай обратно. Надо, блядь, ставьте шкаф. Принимай, пати. Ты тут еще в дисе? Быстрее, блядь, тут нехуй убивать. Ставьте шкаф быстрее. Че вы дрочитесь? Тут нехуй бить, вы видели, все легко. Сейчас килаю комнату не возьмет, но если возьмет, блядь, будем молиться. С осквернением, с вальками все легко, блядь. ДПС и дохуище. С чумой диспель типа лучше. Принимай сумон, анимейник. Быстрее принимайте, жрите рыбу. Вы че, блядь, позор? Че это? Гера.
вешается, если что, кайтить будем на худой конец. Да, блять. Так, пока вы идите, фулбаф там смотрите обновлять, я уже запускаю чат, чекать не буду. Время идет. Сейчас его 10 минут хуярить, там нехуй бить. Ребята, блять. Нехуй тут бить, понимаете? Все легко это убивается. Блять, у меня шмотки. Чините, ставьте починку. Шмотки сломанные? Время. Если кому надо, ральнули быстро. Там две шмотки у вас сланы, блять, и пиздец. Сланы, отдайте вон шмотки. И шея у тебя там, по-моему. Отдай кому-то. Да. Шея, ну на Фурика она только идет. Святоса нету. Ну или Хурюк, кто там, не знаю, блядь. У меня два знака освещения, надо кому? Вот таких. Вообще в рейде. Да никому они не нужны. Да не надо нахуй, ну. Шея. Если надо, вон киньте обмен. Шея тоже. Шею могу. Кидайте обмен, да и все. Похуй. Но если не надо. 5 секунд пул, давайте сосредоточьтесь, да, играем. 3 секунды, 2, 1, припоты, поехали. Детский сад, блядь, тут не хубить, ребята. Все очень легко. Верим. Давайте Геру сейчас, короче. Потом в конце дадим. Шаманы, давайте, хуярим. Так, кому там истерию ебануть? Топи дам. Логр. Так, чума, смотрим на ком. Анимейник. Анимейник, вынеси. Диспел его. Он уже там с порталом стоит. Диспелили? Нормально. Берегитесь. Чума 3 секунды. Все смотрим свои дебафы, ребята, блядь. Хоть ваш ник будут говорить, но вы тоже должны это... Вот килая побежала. Диспел. Обратно. Все нормально. Вот кто там, вот этот... кто это? Логрус, отойди поближе к ромбику. А то с диспелят чему еще на тебя ебанется. Второй шаркарь вышел. Забирай. Шаркаря забери, этот морданец, быстрее, быстрее, быстрее. Топа вынеси. Топа. Диспел. Вот, отлично, обратно. Все, 1%. Все, вот эту хуйню все уешим здесь. Не забирай. Вот этих петухов, блять, не забирай. Я ж тебе объяснял. Ладно уже. Не надо их забирать. Дольше убиваются эта хуйня вся. Я тебе объяснял же. Не нужно. Я привык к этой. Надо. Обычно в серверах только забирают. Это все хуйня. Потом как-нибудь расскажу. Обвешим всю эту хуйню. Вон на том шаркаре. Ой, вот видишь, вместо того, чтобы сейчас освободиться, ты сейчас стоишь дрочишь там с этими мобами. Вот я тебе про что объясняю. Сферы играют. Близко не пускаем сферы. Диспел. Третьего духа на него напорит. Родонец, выбеги. Блин. Выбегайте с чумой, Рогус выбегай. Слеер маг выбегай. Ну, блять, вы дайте им секунду выбежать-то, сука. Лоргус выбегай, захиливайте. Ты духа будешь забирать, нет? Вы что, сука, соберитесь. Пытаюсь собрать. Я хуею просто, блять. Сейчас просто лич шотнет, нахуй. Так они диспелят. Она бесконечно будет так перекидываться. Ее надо вынести. Вы ее просто друг через друга передаете. А бой кто-то умрет просто, выбегите с ней. Пиздец. Лазерная, выбегай. Короче, прыгайте вниз, нахуй. В пизду, я ебал рот, нахуй. Вы какие-то, ну, недалекие, нахуй. Еще раз, блядь. Прыгайте все вниз быстрее, блядь. Еще быстрее прыгайте. Почему так долго, блядь? Я тебе объясняю русским языком. Два шаркаря не берешь мелких. Пойми эту хуйню на всю жизнь, блядь. Давай масрез. Ресы, это, ресы. Ресы лока, ресы хилов.
Я если тебе объясняю, я тебе говорю, это не просто так, чтобы, блядь, весело нам было, блядь. Это надо так сделать, блядь, чтобы ты не дрочил там с этими вурдалаками, сука, пока эта хуйня вся перекидывается. К трэшу, который он стоит, держит, не подходите, блядь, на 20 метров вы стоите далеко от него, чтобы чума эта ебаная не перекидывалась. Да нет, дело в другом. С меня диспелили чуму. Я забегаю в рейд, а почему-то на мне чума. Сначала смотришь на свой... Смотришь на свой дебаф. Сначала ее диспелят. Не, не знаю, нахуй. Получается, мелкого убила. Чума. Меня диспелили, я забегаю в рейд. Смотрю, на мне чума. Короче, ты запомнил, что я тебе объяснил? Тихо. Вот. Ты запомнил про шаркарей? Два шаркаря у тебя, ты мелких не берешь. Все. Твоя задача их убить быстрее, а не вурдалаков набирать себе, блядь, коллекцию. Резайте людей быстрее, все, кто может резать. Тут нехуй делать, вы просто хуету какую-то делаете, которую вас не просят, блядь. И чума здесь переделали на этом сервере, она не теряет стаки, когда вы ее диспелите. Ну, на стандарте речи она теряет. Сейчас они сделали, что она не теряет. Ты ее можешь диспелить по рейду миллион лет, миллион тысяч лет, нахуй. На лече просто стаки копятся. Он меня шотнет с одного удара, блядь. Хейки, принимай сумму. Сумонти, Алкину. Почините, пока дрых стоит. Чинитесь быстрее. Алкину, сумонти. Хейки, сумоню. Пиздец, ребята, блядь. Этот... Мурданец, запомни, два шаркаря мелких не берешь. Один шаркарь, берешь одного мелкого. Он сдох, берешь еще одного. Второй шаркарь вылишь, не берешь мелких. Все, пиздец. Хейки. Принимай, братан. Так, что там? Пока не зовут. Хейки. Ну быстрее, где ты там? Че он там? Че с Хейки? Пиздец, блядь. Ну прием. У меня лагает или что? Хейки, ты тут? Нет, я слышу. Сука. Ну Хейки, блядь. Блядь, Килай, а где он там? Не знаю. Ну и здесь он. Возможно, живой. Сгорел время. Пиздец, блядь. Ну он в игре, ну чё он АФК просто отошел? Ну чё за хуйня, я понимаю, если бофнулся. Хейки отсутствует, блядь. Пизда, блядь, ну ёбаный в рот. Фух, ебать, вот просто нет слов, нахуй. Я могу Грилли-то позвать, если он пойдет. Он онлайн? Да. Быстрее бери его в рейд. Так, а танк у нас в ретрике? Угу. Че, ливнул? Может кто-то из дамагеров подиспелит чуму? По-моему, чем? Паладины могут. Зачем? Нахуя? У нас уже один паладин подиспелил чуму. Угу, всему раза. Рейду. Дело не в диспеле чумы. Просто мне чуть-чуть весело на хиле. Этот. Могу не успеть, я боюсь проебаться. Кто там с хилов может диспелить, блядь? Я просто не могу понять. Дайте мне картину. Не брат Джин готов. Два приста, два... Я могу все. Все, Зубраджин на чуме. Остальные не трогать ничего. Зубраджину чуме. Мне берешь... просто из-за заражения приходится непрерывно щитовать. Вообще непрерывно весь рейд. Да, ну щитуй. Это самое. Ты берешь там гриль-то или нет? Прием. Просто пиздец, да, ребята, нахуй. Ну ебаный в рот. Где он там? Пускай ливает быстрее со своего РБК или где он там? Из БГ, блядь. Он на БГ или где он там? Топа. Тут? Пиздец, Хайки, конечно. Взял, в АФК ушел. Ну чё там, блядь? Чё с ним там? Ты говори, он за это офается или релогает, чё за хуйня? Время-то идёт, блядь. У нас не резиновое время, ребята. М-м-м,
Пизда, блядь. Да там нехуй убивать, я не знаю. Ну, блядь, у Хейки проходка есть, ему похую. На то, что мы тут дрочимся, сидим, ему похую. Он сколько мог, уже потратил сил здесь. Да вот. Тут у большинства есть проходка. Ну что, нам ливнуть, что ли? Угу. Плохая идея. Ну что там, блядь, сочный. Не отвечаю там. Пизду, короче, 24 идем. Ёбаный в рот, блядь. Конечно, проходка есть, нахуй ничего никому не надо, блядь. Принимайте готовность, этот Лоргус лазерная. Аукина, что-то хуета какая-то, блядь. Этот Рос готов? Это не хватает, или какого-то бафа. Рос. Инты нету. Да дайте инту, хули. Нету. Дайте инту, три мага есть. Рос, ты тут? Рос тоже ушел куда-то. Проблемы, блядь. Проблемы в голове, нахуй. Вам говорят одно, вы делаете другое. Рос. Тоже ушел куда-то. Рос. Я тут. Ну так чё ты, где? Тут, блядь. Запускаю босс. Лазерная. Все они тут. Розы только не было. Блядь, тут нехуй бить, ребята. Вот реально. Вам я ромбик сейчас подальше поставлю. На вы хуй добежите с чумой, блядь, еще. Стойте в ромбике, блядь. Чё может быть непонятно? Вот тут вот в ромбике, блядь, стойте. Чему выбежать? Вот 2 секунды тратится. Секунду заметить, 2 секунды выбежать. И из вас диспелят. Все пиздец. На 4 секунде. Пизда, блядь. СС там раскидайте на кого хотите. Да будет так. Герои, 5, 4, 3, 2, секунда, 1. Бейте припод. Ебашим. Давайте, Герон. Чума, готовимся. Герус. Диспел. Диспел. Обратно. Диспел. Чума, секунда. ИВБ. Диспел. Обратно, беги. Видишь, диспелили. Вот Шаркарь вышел, его берешь. И все. Между ними двумя чума идет. С чума 3 секунды готовимся. Вот и все. Хуяри мне сейчас сильнее. Чума, курюк. Диспел. И обратно бей. 2%. На край пошли. Вурдлаков ауешим. На пол на войда готовим духа. А уешим быстрее это до следующего духа, чтобы убили. Вот сейчас Шаркарь умрет. Диспел этого морданца. Вот отлично. Второго на войда духа на пулю. Мелочь быстрее убейте. Задотайте чем-то. ДПСим. Под морду духу не заходим. Третьего на морданцы напуливать.
третьего на морданце. Все, я пойду там. Сверки. Сверки убиваем. Вот, вот здесь уже должны не умирать. Вот все отлично. Духа фул ДПС. 3 секунды переходка заканчивается. Шарик бьем. Шарик РДД уже бьем. Вот этот последний шарик. Убили все. Все ебаните по чуть-чуть у него. И духа добиваем. Духа добили, кричу за спину. Вальки. Фул ДПС по валькам. Осквернение сколько секунд? 9, 8, 7. 10. Право-лево разбежались, центр освободили, танки тоже выходят. Осквернение в центре нельзя наливать. Осквернение 3. Вот. Заражение прохильте. Валик убиваем, быстрее служи выходим. Валик быстрее убиваем, потому что там могут быть хилы. Летим на портал. Вот здесь за спину. Это самое. Милики за 5 секунд скажу вам выбежать. РДД уже по полукругу встали. РДД хилы по полукругу уже встали. В центр не налить. Будет одновременно вальки служи. Милики вышли. 7 секунд, 6, 5, оскорнение, 4. 3 секунды оскорнения, 2 секунды. Готовимся. Так, тут печенька Валик. Это лок. Его Валик. Не трогаем. Лока не бить. Валька восквернение несет. Треугольник разбить РДД. Милики, ромбик бьем все быстрее. Стан по ромбику, любой. Кружок не бить, кружок не бить. Бейте. Милики, отойдите от треугольника, он сейчас будет выбегать, осквернение увеличится. Осквернение 7 секунд. В центр не забегать, сейчас по краю. Людей, надеюсь, разбили с Валиком. Не бейте печеньку, сколько раз сказали? Осквернение сейчас разносим и в центр возвращаемся. Осквернение. Ну в центр не неси, сука. Возвращаемся в центр все. Вокруг лужи оббегайте. На эту сторону ключу идем быстрее, сука, быстрее. Валик фул ДПС. Валик фул ДПС. Ставлю лича, а уешим всю эту хуйню быстрее. БР здесь? Слеер. Керус, давай по слееру БР. Осквернение 5 секунд. По валькам больше дамага, милики выбежали. В центр не налить лужу, блядь. Как вот там ту налили. Оскорение секунда. Вышли с оскорением и возвращаемся к личу. К личу возвращайтесь за спину лича. За спину лича в ту сторону полетим. Заражение захиливаем быстрее хилы. Можете и нара там отдать. По ИВБ, по экону. Вальки хватают. Фул ДПС, задотайте их. Осквернение 5 секунд, милики выбежали. С центра ушли, осквернение налить. 2 секунды осквернения. Заражение захиливаем. Крикер, если не зыбка, настакана есть, дай не зыбку. Дал. Так, подвожу к валькам, дамажим валика лича одновременно. Сейчас на ту сторону, где локовские порталы были, туда идем, переходим. Так, сейчас что у нас? Одновременно. Вальки с осквернением. Тоже на полукруг встаньте. Вот в сторону кружка будут вальки лететь. От портала до глыбы на полукруг. РДД хилы вышли. Милики вышли, осквернение. С центра ушли все. Осквернение. Я устала. Вышли с лужи. Быстрее с этой лужи вышли. Печенька, лок не трогайте. Печеньку не трогайте. Бьем РДД по треугольнику. Милики, ромбик бьем с лечом вместе. РДД все по треугольнику. Все 10 РДД. Так, сначала будет оскорнение. Сначала будет оскорнение. Давайте здесь возле трона где-то разольем, растягиваемся. 2 секунды оскорнения, потом в центр будем идти. Еще валик будем волну бить. Оскорнение оставили. Центр идем, быстрее к лечу. За спину лича. Эту волну будем бить. Хотя нет, давайте фул ДПС лича, валькам стан, просто ДПС им лича, 4%. Фул ДПС лича, валик не трогать. Оскорнение там будет, если что скажу. Фул ДПС полечу. Вот это передний стан вальки. Только леща бьем, только леща. Оскорнение 5 секунд. В центр отнесете и пойдете к краю. 0.5%. Оскорнение 2 секунды. 0.1. Все, к краю. Печеньки, дайте стан. Бежим, к краю бежим. Дал незыбку. Массакру давай. Мастера на лед. Забежали быстрее за хил. Присты забежали, гимн на хп. Да, да.
Да, обязательно. Первого, третьего берут и второго, четвертого. От квадрата отошли, здесь лицо духа будет. Фух, захиливайте быстрее на фулл хп, держите. Глыбы бейте, два шара летит, РДД. Все маги, все локи по эти первого духа нет, нам повезло. Второго заберу. Ну не уроните себя, хилы, ну захиливайтесь. Два шара летит в одну точку. По шарам играйте, их сейчас в два раза больше. Не по одному, по два спавнится. И шары вокруг вот этого луча не дамажат весь рейд. Второго забирай, забирай. И следующего тоже заберешь. ДПСим по этому духу сильно. Так, начнем от... Эти, бьем. Сферы бьем. Вот две сферы. Сало. Ничего, я забрал. Все, набирай на нем агро. Набирай. Два шара, три шара, сука, бейте шары. Под дух морду не бежать, под духа. Не бежать под морду духа. Сейчас будет в комнату забирать человека, его надо захилить. Захиливаем. Поригона быстрее. Прожмись. Ты ебать, чем прожаться только нахуй? Гера? Этот, зубы. Две минуты, когда? Ой, да зубы дайте. Да, зубы. Хилим, вот. Не таунти пока. Все хорошо, уменьшился. Идем уже к порталу. Уже к порталу. Осквернение, сколько там? Осквернение. Служи, вышли, служи, разбежали. Рассыпную быстрее. Вот отлично. Идем к порталу уже сюда. Прячемся за спину лича, я поворачиваю. Могут бабом у нас есть танк второй, тихо. Встали за спину лича. Этот, морданец хлопаешь. Я бабл каплю отдавал, так что не ед. У нас два танка, блядь, не дрочитесь. Вот, отлично. Осквернение скоро. Для духов будет призывать. Да, наверное. Осквернение. После духов будет осквернение. Все, уже бегите на ту сторону, все, уже бегите. Да, бегите. Уже идите, не... Все, осквернение. Алло, подо мной. Оставили осквернение, вышли с этой лужи. Сука, между лужами быстрее бежим. Сюда. Прям в ступеньки вставайте, или сейчас спиной в ступеньки ставлю. Вставайте все РДД хилы, чтобы за спиной стояли. За хилы. Стой. За хил. Хилы, ну сука. Блять. Шо ты? Я хуею, блять, с вас. 5 хилов, блять. Ребята, ну по... Блять, смотрите на свои панельки, ну повнимательнее, блять. Войду зубы какие-то, если что-то откадешилось. Все, уменьшилось. Блять, я вам после это побежали на ту сторону к порталу. Осквернение сейчас. Толпой не бегайте. Ну вот 10 человек в осквернении, блять. Выбегайте оттуда быстрее. Залича уже сюда, возле локовского портала, вы должны стоять. Можно сейчас Геру. Давайте Геру. Гера откадешилась. Фул ДПС. Пизда, блять. Спрячьтесь за лича, совы, быстрее. Все, давай не зыбку. А, ну нормально у тебя. Нормально. Все, хлопаем. Сейчас что будет? Так же духи и осквернения? Или... Все то же самое. Только осквернение может быть раньше. Разбегитесь сейчас, осквернение может раньше. 2 секунды, да. Осквернение. Вот после духов, ладно. Но все равно бегите уже на ту сторону. Бегите на ту сторону. Еще пару раз. Бежим, все. Уже к ступенькам. Через 5 секунд жатва будет. Надо будет эту цель засейвить. Хилы, приготовьтесь. Захиливать моментальными хилками. Топу захил, топу захил. Каплю, я каплю отдал. Хильте его, захильте. Вот, топа, убить духа. Пинком сбить красному духу каст. Все, хуярьте. Это, осквернение разбежались. Сейчас, наверное, раньше духов будет, не знаю. Секунда. Нет, секунда. Я тебе говорю, раньше бывает. Мы долго бьем уже. Вот видишь? Я никогда такого не видел. Ну, конечно, не видел, нахуй, вы в охуенных рейдах. Глубина лича. Конечно, не видел охуенных рейдов, где уже все, блядь, шемы поделали, блядь. Все, 1% добивайте, просто идите добивайте лича, блядь. Пизда, ребята, я говорю, тут нехуй бить, просто, ну... Просто... А свечение, этот, получается, каждый раз смещается где-то секунды на 3, да? Да, примерно так там смещается. Ну я пиздец, бабл каплю сразу в войда ебанул. Я хуй знает, ребят. Это, ну, ничего сложного. Вот те, кто сейчас проходки тут сделали, ну, это пиздец. Это мы жилы рвали здесь. Ну, кто-то там с рейда ливал, блядь. Ребята, блядь, имейте в виду, блядь. Третье КД будет, я буду собирать рейд. Встречаемся 16:30 в субботу, блядь, в Клоаке, нахуй. Будете хуярить манекен. Кто больше даст, тот и идет в рейд. Все, в пизду, нахуй. Проходки сделали, хватит. Больше никаких проходок. Все, пизда.
Баста, как говорится, блядь. Мне похую на эти проходки. Это все должны понимать. Нурик согласен, Кила я тоже иду понимать. Все, все должны понимать. Все, идут в рейд. Это самое. Короче, вы поняли, долго пиздеть не буду. Сейчас лут разрали. Ну, подушечки пальцев отвалятся. Лут разрали. Ну, молодцы. Видите, это, добрали людей, кто плюсанул, вот кто с КД словил. Молодцы, спасибо вам. Надеюсь, вы не будете покидать эту гильдию, блядь. Все, доведем до ума, все сделаем, нахуй. Давайте, блядь. Сейчас лут раздадут, и все ливнут. Если то, это, дополнительное ЕП дадут за то, что КД, я подумаю. Давайте, конечно. Ну, я бы дал на месте. Ну, я бы дал, если бы. Ну, я думаю, фул можно, да. Да. Кто не сидел на замене, и это. Ну, вот, да. Два соска у нас не вот Логрус на Роза кинул. Все, это привет. Да, он еще подлетел. Это привет всем тем, кто не пошли в рейд. Мы убили Лича, молодцы, ребята. Но на следующем, когда я говорю, по манекену будете хуярить. Пока пятнашку не начнете все давать, блядь, вот где в рейде. Будете манекен хуярить до посинения, блядь. Блядь, осколки. Так. Блядь. Булкину привет, там, с клятвой передавайте, блядь. А можно древковое нам? Типа, у вас ни котов, ни хантов нет. Ну, да, наверное, Килая, что там? Конечно. Проходка же только тем дается, кто с ребра до сюда, да, дошел. Да, да, котов, хантов нет. Контов нету. Дробежку смотрите, кому надо, Метриос берите. Это паладины, вары. Ну, варов нет, паладины. У обоих есть. Не, ну, этот сам. Дайте инфу надо, кому не? Кому надо, там просто из палов скажите. Надо, да. Рарник, он говорит, надо. Так, подождите. Короче, это, кила я отдаю в пизду эту всю хуйню. Заебешься с вами, блядь. Все, я сейчас уже пойду тоже. Рос пойдет. Защитник и завоеватель остался. А сколько не было? А, не было. Все, завтра. 17:00 резко. Всех жду. Проходками. Так, защитник Илая. А можно в этом? В календаре можно отметить? Наверное, не знаю. Это тоже килоэ, да, и мощь не нужен. Угу, все, даю. Все, ребята. Дали тебе еще один нужен. Это нет, мне только топор, мне продублируйте там это объявление на всех. Завтра РС 17:00. Жду всех. И ВК, возможно, ебанем, если сочный блокером пойдет. Ну, еще второго рейда ЦЛК. Либо пойдем, не знаю, ну. Либо в среду пойдем второй рейд тогда, либо у льду пойдем. Не знаю, что там по настроению, короче, будет. Ну, из-за того, что мы... Все, короче, я это ушел. Все. Ой, завтра после РС это... Мне, скорее всего, Грула надо будет, потому что ВК-25 у нас у некоторых уже видно. Да, 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 хорошо. Тогда пойдем Груль Магик просто, вот и все. И ВК, нахуй пизду это и ВК. Все, ребята, я пошел. Спасибо всем, все молодцы. Жду так, на мои всех... гильдийские вдруг... Да. Что там нормально? Прикольно. Что там?